сегодня мы будем делать свечу. Достанем... Свечу из геля, которую мы купили в магазине. Набор для творчества. Давай показывай, что там в коробке входит в комплект. Что тут? Гель, что ли? Ну, доставай все, что есть. Наверное, это гель. Ну, только не разбей, ладно? Ладно. Справишься сам? Я справлюсь. А внутри что там? Цветок. Осторожненько. Надо его как-то собрать. Посмотри, может быть, что-то еще в коробочке есть, Никель? Это, наверное, песок какой-то, песок, который надо засыпать в стакан. Два каких-то непонятных пакетика. Да нет, два. Еще есть. Все. Ну. Ну, давайте начинать. И дальше нужно теперь еще. Там без пакетика и все пакетики высыпать. Да. Какой-то фонарь притащил. Чтобы лучше было видно, Никит? Да. Мне есть, чтобы делать. Пальцы себе не отрежь, только... А как цветок-то собирается? Сейчас узнаю. Ну, ты же будешь делать свой опыт. Ты же хотел, чтобы тебе никто не помогал. Вот и делай сам. Так вот. Все, все. Все, больше песка нет. Подожди-ка. А, то есть песочек как бы, и в него цветочек вставляется, да? Заливается гелем, и получается свечка. Ты что, когда видишь гель? Надо сейчас это, подожди, нет, гель, подожди. Сейчас надо налить воду аккуратненько. И разогреть гель. Сейчас главное налить воду аккуратненько. Холодно. Кулей, не спеши, не Наливаешь спеши. Воды? Да, давай, лей. Ты хотел все делать сам. У нас цветок сплыл, сейчас поправим цветок. Цветок. Стоп, стоп. Цветок. Вот мы залили его водой. И теперь надо будет расплавить тюбик с гелем. Да. Нальем кастрюлю с водой. Положим в нее гель. И мы еще будем истовать ее. Мам, все сплыло. Все сплыло. Вот видишь, он тебя не хочет держаться. Горячий гель? Горячий, он в кипящей воде был. Подожди, малыш, дай я отверну. Вон там еще что. Там все хитро сделано. Неожиданно. Он расплавился? Давай вместе. Ну, подавай-ка вместе, будем давить потихонечку. Он жидкий. Не знаю, он такой должен быть или он должен быть. Он, наверное, еще не разогрелся. Да, выливается? Вот. Вон он какой. Только как фитилек закрепить там? А вот эту какашку? Это не какашка, это тоже гель. Это гель, Никита. Что какашка? Свеча. Типа воска. Это воск, фу. Это совсем не воск. Совсем не воск? Да, это гель. Гель. Динарку налили. Горячо? Горячо. Меня интересует, как ты будешь фитилек вставлять. Руками. Никит, между прочим. Мне нужно ставить холодильник. Мы в твои игрушки играем. За тебя, которые ты нас заставляешь покупать. Мне нужно холодильник ставить, потому что так в валерке было. Да ты что? А, в морозилку. В морозилку. В валерке все в морозилке. Да не, он живет в холодильнике. Не, он живет вот тут вот. Вот где он всегда. Он не живет в морозилке. Да ты что? Он наверху живет. А в морозилке вот эти вот в морозилке продукты. Вот так. Ну вот так вот как-то, да? Как-то так. Показывай, Никит, что получилось. Такая вот у нас свечка получилась. Вот там красивый... 5 минуточек!
красивый листочек. Ты выключил свет? Не очень хорошая идея. А это электрический свет. А где тут? А это у нас вот такой вот. Все выключил. Ну, ты доволен? Да. Если у нас выключит свет, у нас теперь есть свеча, да? Да. Ну, все, говори.